Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Меня зовут Орлов Павел, я строитель. И в этом видео я расскажу вам о том, как построить дом своей мечты. Итак, с чего начинается любое строительство? Любое строительство начинается с участка. Вы должны приобрести участок для строительства своего дома, для своей будущей жизни. Далее вы должны выбрать проект. Вы можете выбрать готовый проект из тысячи проектов, которые есть в интернете, различных сайтов. Они довольно-таки недорого стоят. Вы можете купить полный комплект чертежей и далее с этим комплектом чертежей начинать строительство. Также вы можете заказать индивидуальный проект. Это требует гораздо большего усилия, точного понимания того, что вы хотите. Итак, вы выбрали участок, приобрели участок, выбрали проект или заказали новый проект. Дальше вы должны выбрать подрядчика. Итак, у вас есть участок, есть проект, есть подрядчик. Можно строить. Все просто. Как раз, два, три. Но на самом деле не все просто. Будет ли соответствовать будущая постройка дома вашей мечты, зависит только от вас. Насколько вы серьезно подойдете к этим этапам? Выбор участка, выбор проекта, выбор подрядчика. Но это только половина дела. Остальная половина – это, собственно, процесс строительства. Кто-то думает, что можно взять, дать проект подрядчику, сказать «строй», заплатить ему деньги, через год приехать, и у вас будет стоять готовый дом вашей мечты. Это не так. Не будет этого. При строительстве индивидуальных каменных домов так не бывает. В процессе выполнения работ подрядчику приходится решать огромное число вопросов. Эти вопросы он может задавать вам, может не задавать. От того, насколько вы будете участвовать в процессе строительства, зависит качество итоговой постройки. Выбор материала, выбор стенового материала, выбор кровельного покрытия, выбор утеплителя, выбор окон, выбор цвета, выбор оттенка. Все это лежит на заказчике. В процессе выполнения работ часто проект подвергается изменениям. Почему так происходит? Иногда бывают ошибки в проекте. Иногда заказчик сам просит внести какие-то изменения. И все эти изменения должны быть грамотно продуманы, грамотно отрисованы и грамотно реализованы. Общение заказчика с подрядчиком должно происходить в благожелательной атмосфере. Интерес к общению должен исходить от обоих. От того, насколько плотно будет происходить это сотрудничество, зависит качество итоговой постройки, ваше удовлетворение от вашего будущего дома. Часто заказчики говорят: «Мы не разбираемся в строительстве. Это для нас очень сложно». Да, это сложно. И в строительстве действительно надо разбираться. Но в некоторые вещи вам все равно придется вникать. Без этого никак. Если вы не будете в них вникать, у вас не получится идеального дома, дома вашей мечты. Ваш будущий дом – это целый ряд строительных этапов. Это стены, это кровля, это инженерные системы, это отделочные работы. Вы должны знать свой дом изнутри. Вы должны знать полностью, как он устроен, как он работает. Вы должны в это вникать. Если вы в это не будете вникать или вам лень, вам лучше не строить дом. Вам лучше жить в квартире. Свой дом — это свой дом. Подрядчик вам его построит и уйдет, а вам жить в нем всю жизнь.
Вы должны знать, что и как и где работает, что и как из чего сделано, как построено. Все возникающие будущие проблемы – это ваши проблемы. Если вы не знаете, как их решить, если вы не знаете, как что работает, как что устроено, где что может сломаться, то вы не сможете комфортно жить. Дом требует обслуживания, вы должны знать всю информацию о нем. Вы должны знать, как происходят в нем все процессы. Вы должны знать, почему то или иное происходит. Только при плотном, доброжелательном взаимодействии подрядчика и заказчика, при серьезном подходе ко всем вопросам, связанным с строительством, вы построите свой дом. Свой дом, о котором мечтали. Вы получите полное удовлетворение от проделанной работы, от того, что приложили огромное количество сил, времени. И вы будете наслаждаться результатом всю дальнейшую жизнь. Это все, что я хотел сказать. Подписывайтесь на мой видеоканал. Я уверен, что просмотр моих видео будет вам интересно и полезно. Пока!